Здравствуйте, мои подписчики, а также гости моего канала. Сейчас я еду в Чернянку получать посылку. Посылка пришла курьерской службой. А что в ней, я вам покажу. Оля, что тебе пришло? Ну-ка, смотри. Вау! Что же это за посылками? Что? Да, это оно и есть. Сейчас посмотрим. Так, где нам? Вот сюда, наверное, получится. Расположиться. Сундук тяжеловатый. Может быть, тут еще и упаковка. Вес имеет. Здесь написано, друг Кузя. Так, сейчас мы возьмем. Тут подрезать придется. А у меня есть дома ножницы. Так. Ну, неси свои ножницы быстрее, пока мама принесет. Ну-ка, пробуй. Так, нам нужно, знаешь, что вскрывать? Посмотри, сейчас, подожди. Здесь, смотри, вот она упаковка. Вот здесь надо открыть. Вот здесь ножницами, вот тут. Угу. Прорезаем. Молодец. Так, что у нас еще мешает упаковки? Здесь. Давай, вот видишь, вот прорезай. Снизу вверх делай. Угу. Следующую. Следующую внизу. Так, с этой стороны тоже есть, да? Но, по-моему, мы можем и без нее обойтись. Так, скрывай, скрывай. Можно так. Никак. Давай вот, ну, ножницами прорежь. Так, ты так больше испачкаешься, все, прилипнешь, вернее. Так, а скотч надо убрать, давай маме. Скотч давай, а то будет летать он у нас. Так. Ножницы для левшей с другой заточкой стороны идут. Так, и внизу надо, Оля. Сможешь? Конечно. Молодец. Так, ну и что, смотрим, что же у нас здесь. Есть целый стук. Тут еще подушечка твоя сиреневая. Смотри. Ой. Иди скорее открывай, а то сейчас мама все откроет. Опа! Посмотри, это на спинку. Давай вот. Ножнички иди открывай, сама смотри. Здорово, мягенькая. Так, а здесь что, еще и наклейки есть? Или что это такое? Не поняла. Это я не поняла. Ну-ка, Оля, ты не знаешь, что это такое? Посмотри. А, это блеск. Блеск? Так, стул Кузя детский, регулируемый. Так, тут еще больше один из подписки, рекламки всякие. Это мы потом изучим. Нам интересно сам стульчик. Так, где ножницы твои? У меня. Угу. Сама смогу. Да, давай, конечно. Вот здесь, скотч. Зачем нам один скотч? Мы можем все отрезать, да? Молодец, тебе не вставать. Так, деталь. Так, все хорошо прокрашено. И нет пятен. Нет пятен, да? А ну-ка, они одинаковые по размеру. Да, а я думала почему-то, что одна больше, другая меньше будет. Это раскладушка и подставочка. Что там у нас в инструкции? Можно как-то вести даже увидеть. А просто сосок. Вытащить. Ну, отбегайте с инструкцией. Ну, на, держи, читай. Читай. Я не умею читать. Да как же, тебе же в школу идти. Как ты без этого всего? Так, ножка. Ну, на, тогда маму поснимай, я буду читать. Держи камеру. Я хочу плавать. Плавать? Ну, раздевайся.
Купальник помнишь, где лежит? Так, ну-ка, ножки поставим. Наверное, надо будет чуть-чуть повыше приподнять. Ну-ка, поднимись попкой дальше. Да, на носочках приподнимает. Нужно нижнюю ступеньку нам чуть-чуть поднять. Там по размерам. Насколько поднять? Подожди, ножку поставь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, как раз на девятую надо поднять. Или нет, подожди, чтобы, по крайней мере, ну на парочку, наверное, точно. Приподнять. Еще посмотрим, давай, наши чехлы. Какие? Мягкие. Мягкие чехлы. И на попу, подожди, там еще чехол будет. Сейчас еще на попочку чехол сюда будет. Ну как, чтобы у тебя было мягко сидеть? Все, садись и скажи как. Отлично, очень мягкие. Комфортно? Да. Ну все, теперь осталось нам нижнюю ступеньку подкрутить повыше, чтобы ножки стояли. Ну а как использовать, если как лесенку? Как ты думаешь, удобно будет? Посмотри. Ты решила на вторую залезть? Это очень страшно. Да, ну одной ступеньки достаточно будет для лестницы. Да. Ты довольна? Да, это может использоваться как детский. Это от кого подарок тебе? От папы. От папы подарок. Так, теперь осталось нам еще заглушки поставить, и будет все прекрасно. Долго я не могла собраться и отснять окончание моего видеоролика и рассказать про этот стол. Значит, первое, что я начала собирать, я не ознакомилась с инструкцией. Те прокладочки, вернее наклеечки, которые обнаружила Оля, я не знала, куда их клеить, не посмотрев инструкции. Оказывается, эти наклейки нужно было наклеить на сами детальки. Когда мы собрали стул, и Оля примеряла его по размеру, очень слышно на видео скрип стула. То есть Оля садится, и вот это вот деревянное изделие, оно такое вот скрипучее. В дальнейшем я начала связываться с производителями,
Они мне объяснили, что эти наклеечки нужно было наклеить на детальки. И все нормально. То есть стул собрали, подогнали по Олиному размеру. Сидушка, ступенька, сама подножка. Стулом очень довольны. Пользуемся уже, получается, с момента заказа уже прошло 1,5 месяца. Если вы видите, уже и клумба совершенно по-другому выглядит. Очень довольна. Почему мы покупали пораньше? Потому что я предполагала, что к школе они подорожают. Так и вышло. Действительно, сейчас произошло подорожание на эти стульчики. Поэтому хотелось именно данной фирмы. Стульев растущих очень много. Но нравится мне именно вот такая конструкция. То есть такая сидушка, такая самоножка. Вот, наверное, на камеру не видно. Сейчас я покажу поближе. Вот такая ножка. Идет именно форма, сам устойчивость, хотя многие тоже сделаны, но как-то не по прямой, а здесь вот именно с изгибом. Ну вот именно вот мне больше понравилось данный стол. Единственное, что сейчас вот заказывали последние, там немножко у них по-другому, у них вот вот этой перекладинки уже у меня две штуки, с одной стороны упор и с другой стороны, сейчас они сделали по-другому, она идет одна посередине. Но в остальном, ну, почти похоже. А, здесь вот меньше дырочек. Здесь более нечасто расположены. Там они, ну, отверстия. А так, ну, в принципе, мало что изменилось. Но небольшие у них изменения вышли. Стол по размеру небольшой. То есть, если он кажется массивным со стороны, то на самом деле он не больше размера обычного стула. Сидеть он по устойчивости... Вполне я могу садиться также и садиться. И, кстати, я его использовала в виде ступеньки, когда нужно было что-то доставать с шифонира. То есть, ну, вполне удобно. Единственное, что, конечно, по весу он, ну, тяжеловат. Если его вот носить с места на место, не очень удобно. Хотя, если просто отставить и подставить к столу, вполне. Вполне нормальный. Поэтому, если кто-то посмотрит, понравится, допустим, мое мнение, стоит заказать данный стульчик. Ну, а вы, дорогие зрители, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.